Всем добрый день, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу свои готовые работы за осень и чуть-чуть за зиму, за декабрь, потому что не знаю, когда мне еще будет возможность снять это видео с готовыми работами. За зиму, надеюсь, будет чуть-чуть больше работ. Я не помню, где остановилась в прошлом видео, потому что я вязала много шапок, и я начну с шапок. Я вам покажу то, что я связала. Некоторые уже проданы. И покажу плечевое изделие. И расскажу то, что я вяжу сейчас. Итак, давайте начнем. Первые шапки. Я вам, наверное, уже показывала. Это шапки из Drops Nord. Одна и вторая. Мне очень нравится, как они ложатся в полотно. В смысле, как пряжа ложится в полотно. Не знаю, будет видно что-то или нет. Но это очень ровная пряжа, очень э, такая мягенькая. Несмотря на то, что здесь альпака, несмотря на то, что здесь много полиамида. но очень красивая пряжа мне она очень нравится. Мне оставалось по мотку. Я это вот вывязала, и у меня, наверное, еще два или три осталось. Э, они пока еще не продались, я их вязала тоже на продажу. Сейчас зима, а то не очень. <кх> э, они не очень теплые, они больше на, на осень, на весну. Э, следующая шапка. Следующую шапку я связала из остатков. Из остатков мериноса. У меня оставался, наверное, моток этой пряжи. Вот. Это меринос не супер лож. Пряжа называется Evergreen. Это, нет, не это. Evergreen от Hobby, но эту пряжу уже не производят. То есть ее перестали производить, по-моему, даже месяца два или три назад. Но у меня эта пряжа еще есть, и мне она очень нравится. Во-первых, она очень экономичная, там, по-моему, 230 метров на 50 грамм. Мне здесь, по-моему, заняла, не знаю, грамм 70, по-моему. Тут даже двух мотков нет у меня, потому что я вязала в две нити. Она с подгимом, эта шапка. Ну, тоже такая больше, конечно, на осень. Она не очень теплая, она в один слой. Но если мне меня ее никто не купит, то я буду ее носить сама. Она мне нравится. Такая не, не сильно плотная. Очень такая ничего. Она не колется, это меринос. И цвет, в принципе, красивый. Еще одна шапка, которую я связала себе. Это вот такая шапка. Из пряжи камороза Что печально, ее тоже перестали производить. То есть я такую информацию нашла на сайте того магазина, в котором я всегда покупала эту пряжу, они продавали это, эту пряжу как остатки, и написано было, что производитель перестал производить эту пряжу. Но у меня такое подозрение, что эта пряжа очень хорошая. Может, конечно, стало очень дорого ее производить, точно так же, как Drops перестал производить альпака Силк, по-моему, тоже из-за того, что было слишком дорого. Но мне так у меня есть такое подозрение, что эта пряжа просто появится чуть-чуть в другом виде у этого же производителя, потому что у них было уже такое с пряжей э, Пима э, для хлопка Пима. Э, они тоже сказали, что они перестают производить, но перестают, перестают производить тот вид, так? А начали производить, в принципе, под тем же названием, только чуть-чуть другой вид. Э, она была более такая блестящая. Может быть, так будет и с, этим, с этой пряжей. Эм... Я ее перевязывала, то есть я сначала ее закрыла, но у меня был слишком маленький отворот здесь, и я ее довязывала. И поэтому, когда я довязала, я и сделала вот такое вот резкое закрытие наверху, потому что все-таки этот вот кончик наверху мне не очень идет. Мне больше нравится, когда закрытие такое резкое, и вот, когда тут особо ничего не торчит. Ну, может, конечно, и торчит, но не так сильно. И так вот, не очень высоко здесь. Отворот теперь большой, он теплый и нормально. Две претензии есть к этой шапке, и, в принципе, вообще к этой пряже. Во-первых, я обратила внимание, что эта шапка не теплая. Это, конечно, никого не удивит, потому что меринос вообще не очень теплая пряжа. Для меня даже она стоит как-то ближе к хлопку, даже. Но. Я не думала, что настолько. То есть, мне, например, если температура ниже плюс 5, мне в ней уже холодно. А если ветер, то она просто продувается насквозь. Я ее вязала на список 2,5 мм. Она двойная. Она с большим подворотом. То есть, здесь получается 4 слоя, но все равно мне продувает в ней. Может, я, конечно, такой какой-то супер мерзляк, но мне в ней холодно. И второй момент. На ней появились катышки. Как ни странно, на шапке сына катышков не было, или катышек не было, хотя он носил это, по-моему, два или три сезона уже, но на моей шапке вот после двух месяцев носки уже появились катышки вот здесь вот. Может, я, конечно, менее аккуратно ношу ее, чем шапки, чем мой сын, но это довольно странно. Вот, так что такое вот еще изделие сомнительной, сменительное качество, я бы сказала. Но мне она нравится, она удобная, это меринос чистый и довольно удобно, мягенькая. Еще, опять же, я шапка, и у меня было задание связать к этой шапке снуд. Я не очень хотела вязать еще одну резинку вот такую вот, потому что, ну в данном случае, мне кажется, это не очень хорошо бы смотрелось, поэтому я связала вот такой снуд, который я когда-то вязала из хлопка. Только единственное, я не знала, как сделать так, чтобы она подходила как бы узором к этой шапке. И я сделала вот здесь вот такую резиночку небольшую, закрыла методом иголкой с имитацией наборного края, чтобы она хорошо растягивалась. Отсюда начинала, делала прибавки, но видите, здесь я все-таки мало сделала прибавки, и прибавки надо делать резкие в каждом ряду. То есть оно, конечно, растягивается, но все равно по плечам оно не очень хорошо ложится. И я чаще даже носит это вот так вот, то есть таким вот треугольничком вперед, так, чем тогда, когда это ложится на плечи. Нос, ну, тут очень удобно, я его сделала длинным, чтобы шея хорошо закрывалась, с достаточным количеством петель. И очень-очень я им довольна. Это пряжа, опять же, комароза. Очень красиво ложится в полотно, она очень ровная. Рядности не видно, очень я довольна этим. И, кстати, я покупала, по-моему, 6 мотков. Вот я из трех связала этот снуд и шапку. То есть она очень экономичная. Там, по-моему, 200 метров на 50 грамм стопроцентный меринос. И, в принципе, это все. Я вам покажу еще, что я закончила я переделывала, у меня есть очень много таких, скажем, полуфабрикатов от Яновых шапок, потому что у меня есть две шапки, одна желтая, другая вот эта вот синяя, которая я когда-то связала, но она была большая. Она была большая, была с оранжевым, оранжевая пряжа альпака дропс и с узором, но она была очень большая, и я ее распустила, жалко было, конечно, потому что довольно много времени на это потратила. И оно-то лежало, еще желтое у меня лежит. И я решила все-таки это пустить в дело. Я переделала верх, то есть я убрала какую-то часть, перевязала. У меня еще моточек остался от этого. И я долго очень подбирала верхний слой. Потому что это вот цвет такой, которому вообще ничего не подходит. То есть он такой, вот добавить к нему красный, он становится сразу жутко тусклый. Ну он некрасивый просто. Добавить серый точно так же. То есть у меня было... Еще думала про дропс, опять же, альпака, но он с темно-синим тоже не сочетается. По крайней мере, с тем дропсовским. Это более яркий, чем дропс альпака. И я уже совсем не знала, что делать. И как-то начала перебирать те пряжи, где у меня есть остатки. То есть там по мотку, по два, чтобы это было вообще не дропс. И я нашла. Я нашла пряжу, из которой я делала когда-то Яну свитер. Это пряжа Camilla Cable Collection. Я думала, что она тоже, перес, ее перестали делать. У вас, наверное, не видно это. Этот цвет, сейчас скажу, 20, по-моему. Или 20, или 2001, не знаю. Вот такая вот этикеточка здесь. Вот. Не знаю, какой из этого этот цвет. А я знаю только, что она очень теплая. Это стопроцентная шерсть цепочкой от BC Garn. У меня есть шапка из этой пряжи, и она, она просто супер теплая. Я ей тоже сделала двойной лицевой гладью. Но вот если выше нуля градусов, то в ней просто жарко. И поэтому я знаю, что она очень теплая. Я решила сделать одним слоем из той пряжи э, верхний слой, в смысле, из одной э, нити. Э, спицами 3. Мне очень нравится, как получилось. Мне очень нравится сочетание этих пряж. Просто, по-моему, замечательно. То есть этой пряжа все-таки подходит этому мериносу. А, кстати, это, это Drops Merino Extra Fine. Цвет, по-моему, джинс. Ну, у них все вот в Extra Fine, большинство есть какие-то цвета, не бежевые, не белые, они какие-то тусклые очень. К ним очень трудно подобрать что-то. Но вот этот вот светлый цвет очень подходит. И у меня еще осталось 27 грамм от того матка, что у меня был. И у меня осталось, наверное, вот такой какой-то клубочек, я не знаю, вот этого мерина. Я не знаю, сколько там, ну, может, каких-то 10 грамм, может, чуть больше. Я хочу из этого тоже связать снуд. Но думаю, что мне не хватит этого на снуд. Но у меня есть шапка. У меня есть шапка резинка, которую я вязала на продажу, и из этого же цвета, вот из этого мериноса. И я думаю, что я просто кончик из этой шапки. Я она не продалась, но я кончик возьму, распущу, и из этого кончика дальше просто навяжу снуд в смысле кокетку, так, а вся вот эта вот резинка от снуда у меня в принципе уже есть готова. Но если у меня получится, я вам покажу, потому что я бы хотела еще туда как-то вкомпоновать вот эту вот пряжу, а как это сделать, я еще пока не знаю. Если я это сделаю, то уже в следующем видео вам покажу. Вот такие у меня новости по шапкам. И последнее изделие, которое у меня готово, это изделие, это свитер, э, свитер из мериноса он на мне. Вот он. Он не оверсайз, я не люблю оверсайз, я люблю, чтобы было все по мне. Горловина тоже мне нравится, как у меня получилось. Я делала 12 петель разворота, и я этот свитер делала регланом погоном. Реглан погон снизу, я хотела перенести ту конструкцию, которую я делала на свитере для Яна, потому что я, наверное, связала уже три, по-моему, свитера регланом погоном, даже, наверное, четыре. Кстати, один вот из такой пряжи. И я, мне было интересно, смогу ли я связать по такой же схеме свитер во взрослом варианте. И из того, что я вижу, да, это работает, мне это удалось. Единственное, что чуть-чуть надо еще как бы поработать над. Как это называется? Регланом самим, так, вот этой вот длиной. Потому что, мне кажется, она чуть длинноватая мне здесь вышла. А длиноватой мне вышла, потому что я опять, когда соединила рукава с телом, я что-то задумалась и провязала слишком много рядов, таких без убавок после соединения. Там надо было бы 1-2, а я провязала, по-моему, 6. Надо было бы поменьше. И, в общем. Уже когда будет, более-менее буду знать, как лучше это делать, то я, может, сделаю какой-то обзор на видео, потому как это все посадить лучше на взрослого человека. Но, в принципе, то видео, которое у меня есть на канале, в плейлисте, оно актуально. В принципе, почти все расчеты, почти все количество бабок, оно такое же будет и на этом свитере. Этот свитер я взяла на спицах 3 мм, резинку на 2, по-моему, или с половиной. Наверное, на 2. И, как я сказала, мне очень, ну, очень нравится, как это получилось. Я взяла из бобинной пряжи. Вот такой вот. Э, на удивление, очень мягкая. Это меринос. Заявлено, что это меринос стопроцентный. Вязала в 5 нитей. Э, не знаю, метраж, по-моему, 1800 на 100, 100 грамм. И он довольно тоненький, этот свитер. Но он теплый. То есть я его надела в офис. Пока я дошла в офис, мне уже было жарко. У нас, конечно, сейчас нету морозов. У нас где-то в районе плюс 7, плюс 8. Но мне было в нем жарко. И было жарко в офисе. Я его выгулила, надела, потому что первый день после праздников я замерзла. И решила все-таки надеть что-то потеплее. Но мне было жарко в нем. Поэтому как бы из большего количества нитей мне особо не надо. И толстые свитера мне вязать не надо. Поэтому буду вязать вот из как бы такого как бы тоненькие, на тоненький на 3 миллиметра. Я хочу связать еще один свитер. Этот весит 3, 295 грамм. И у меня здесь был, наверное, килограмм 300 или что-то в этом роде. То есть у меня еще почти килограмм остался. Это еще на ну, минимум 3, 3 изделия на меня. Может, еще, может, чуть потолще, какой-то, не знаю, может, шапку еще буду, буду вязать. И если у меня все-таки получится со вторым изделием, может из этого буду взять может из чего-то другого, в любом случае это будет 3, 3 мм спицы. Если у меня получится все связать так, как я именно хочу, со всеми как бы линиями правильно и так далее, я сделаю обзорное такое видео, как и в случае с детским свитером, сколько я петель набирала сколько на рукав, как здесь делать убавки и так далее, чтобы можно было связать по этой же схеме взрослое какое-то изделие. Это, еще раз повторю, реглан снизу, реглан погон снизу. Здесь делаются таким образом убавки. Это все вяжется одним полотном, не сшивное изделие, по кругу. Так что очень, это просто очень удобно, и он сидит, по-моему, хорошо. Мне не нравится, как на мне сидит реглан обыкновенный, и вот эта вот, по-моему, конструкция очень удобно, потому что не надо заморачиваться с точным рукавом, не надо ничего разделять, не нужно вязать с какими-то поворотными рядами. Все это вяжется по кругу, что очень-очень удобно. Вот такой вот у меня свитерок. Очень мне нравится. Чуть-чуть длинные рукава, но с рукавами у меня всегда проблема, потому что они у меня почему-то всегда садятся после стирки. В этот раз я сделала их очень длинные. Жду, пока сядут. Вот такие у меня новости. Я снимаю это видео 30 декабря, в преддверии Нового года. Завтра мы все соберемся за праздничным столом. Соберемся с людьми, которые нам дороги, которые нам близки. Это могут быть наши друзья, это может быть наша семья, это могут быть наши какие-то знакомые, которые нам дороги тоже. И я не буду вам ничего желать. Потому что, мне кажется, в теперешней ситуации, в принципе, последние сколько лет, все желания добра, дружбы, жвачки, здоровья и счастья, они как-то слишком банально звучат. Я бы просто хотела, чтобы, когда мы соберемся за столом со всеми близкими, родными, друзьями, с кем бы вы ни были... Просто оглянитесь вокруг и посмотрите на них, запомните этот момент и просто им насладитесь. То есть забудьте о прошлом на минуту хотя бы, не думайте о будущем, просто посмотрите на этих людей и насладитесь просто временем с, ним, с ними. И это чувство радости, что у вас есть такие люди, что они вас окружают, что вы можете проводить время вот так вот вместе. Запомните это чувство. И это чувство такое доброе и теплое. И когда даже вам в следующем году будет, не знаю, грустно, трудно или еще что-то, просто вспомните это чувство. И вам просто станет легче. Вам станет легче, вам станет веселее. Просто потому, что у нас есть люди, с которыми мы можем провести это время и быть вместе. С Новым годом.